Бисмиллях рахмани рахим. Сегодняшняя конференция, или можно сказать, большой международный форум, посвященный как бы итогам года солидарности мусульман, объявленный уважаемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанным и исполняющим все решения, меня очень радует, потому что есть результат, единое мнение, очень высокая оценка этим начинанием гуманным и исполнению всех тех планов, которые были приняты, то, что помогает более широко, более масштабно раскрыть суть религии ислама на основе равноправия, братства, миролюбия к ближнему, на милосердии к людям –